Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили. И сегодня у нас с вами вот такой вот завтрак. У нас бризоли с курицей приготовила мамочка. Рецепт будет внизу в инфобоксе. А я смастерила вот такой вот коктейль банановый. Дома были бананы и деревенское молоко. Я подумала, почему нет? Почему не замиксовать это все дело? Ссылка, кстати, на рецепт такого коктейля тоже будет в инфобоксе, потому что здесь еще есть в составе мороженое, получается обалденно. В общем, сегодня я собираюсь отвезти моего котика Твикса к ветеринару. Я слышала, что есть прививки, которые нужно делать до стерилизации в течение нескольких месяцев. Но в нашем случае это кастрация, так как у нас мужик растет. Сегодня дождик, погода не очень, но все равно не знаю, как-то Твикс, мне кажется, в последнее время как-то странно себя чувствует. У него не особо настроение. Еще я хочу купить ему расческу. В общем, некие причиндалы для него. А вечером мы должны увидеться с Жали. Как только мы запланировали встречу, дождик льет как из ведра, и все дела. Не знаю, насколько это правильно, но мне, если честно, проще общаться с подругами, которые не прочь быть в кадре. Я, например, снимаю влог, и, например, моя подруга говорит: нет, нет, не снимай меня, я не хочу, чтобы меня увидели. Мне трудно общаться с такими людьми, потому что вся моя жизнь — это сплошные съемки. В одно время я начала общаться с девочкой. До сих пор не общаемся. Я поставила историю, где мы вместе. И она попросила ее удалить, потому что ее родственники не разрешают, чтобы ее фотографии гуляли в интернете. Это настолько изысканно. Это такое обалденное просто сочетание. Мне очень нравится. Давно не снимала, решила разнообразить. И вам интересно, и мне вкусно. В тему банановый коктейль. На 8 марта, когда мне было, наверное, лет 12, нам папа сделал такой классный сюрприз. Он отвел нас в ресторан. Все прошло просто потрясающе. Был сюрприз. Для всех были подарки. Для меня, для мамочки. И у папы не было машины. И мы стояли у дороги, ждали автобус. Весь вечер прошел. То есть все было просто чики-пики, шикарный ресторан, там подарки туда-сюда. Папа старался в этом плане всегда. И когда мы возвращались, стоим такие на остановке, ждем автобус. И там была такая лужа. И что вы думаете? Одна машина — джип.
ехал просто со скоростью света и прям с головы до ног нас облил. Особенно маму. Мы тоже дураки. Такая лужа перед нами, а мы такие стоим. Как идиотки. И на 8 марта наш день закончился вот так вот. Нас просто облили с головы до ног. И вы знаете, день так круто прошел. Он нам так понравился, не знаю. Посидели так. И вот такая концовка конкретно испортила настроение. Не то, что мы улыбнулись и пошли дальше. Мы просто были все в грязи. Мама была в халате, хотела сказать, в плаще. Раньше было модно, знаете, кожаный такой длинный плащ. Это было безумно модно. Я смотрела на маму и думала, я вырасту. Я тоже куплю себе модный плащ. Кожаный. И кожаные ботинки. Все кожаное. Здесь у меня лучок. Я вспомнила, потому что на улице льет как из ведра, дождик, погода не очень. И именно сегодня Айка решила отвезти Твикса к ветеринару. Именно сегодня я иду гулять с подругой, шопиться, посидеть где-то в ресторане. Или, возможно, в какой-то кофейне. Просто в другой день это нельзя было сделать. Именно сегодня. Здесь такой чесночный соус. По рецепту, насколько я знаю, сюда сыр не кладут. А наоборот, по-моему, болгарский перец или что-то другое. Но я решила добавить сыр, потому что я считаю, что это больше сочетается. На романтический ужин своему мужу можно приготовить, если у вас есть муж. Если нету мужа, можно себя устроить такую полянку. А чё нет? Первый уже пошел. Вообще вспоминаю себя в детстве. И просто от своих мыслей. От своего мировоззрения. Просто самой смешно. Когда я была маленькая, меня всегда интересовал вопрос, почему нельзя напечатать столько денег, чтобы всем хватило. Чтобы людям не нужно было работать. Чтобы все жили хорошо. Например, я пойду куплю в магазине какую-то вещь. Хозяин этого магазина заработает, пойдет в салоне себе там что-то какую-то прическу сделает. Сделает прическу, тут и парикмахер заработает. То есть деньги крутятся. Вот почему нельзя напечатать много? Я даже не знала. Но после того, как я поступила на экономический, я уже поняла, почему так делать, ну, не получается, так скажем. Потому что если
у всех будет дофига денег, все люди пойдут что-то покупать, а вследствие того, что денег много, а товара мало, цена на товар сразу увеличится, и деньги в конце обесценятся. И когда нам рассказывали на уроках про это, не то, что я сидела просто поддакивала, просто экономика это настолько интересно, во всех планах интересно. А что, а почему, а как? Откуда берутся деньги? Почему курс доллара, например, поднялся, а курс монеты упал? Например, я вот реально на этих уроках сидела и понимала, как хорошо, что я выбрала именно эту профессию. Как хорошо, что я не пошла в педагогический, где все девочки и дети, с которыми работать в нынешнее время тоже нелегко. Особенно, мне кажется, сложно работать с родительницами. Даже не дети в той степени, а именно родители. Шпинат такой вкусный. У меня всегда было куча вопросов к учителю, который преподавал. Там проходили разное, демографическую политику. Это вообще очень интересно. Почему в России дают материнский капитал? Никто не задумывался. Все вопросы, которые у меня были в голове всю жизнь в универе, мне это объяснили. И объяснили, знаете как? Простым языком, что вот 1 плюс 1 это 2. В этом плане я, конечно, очень благодарна своему универу. И я рада, что я поступила именно в экономический, потому что мне было там очень интересно учиться. Я думаю, что было бы учиться еще и интересно, наверное, на факультете психологии. Например, врачом я точно бы не смогла стать. Вот это прям железобетонно. Не из-за того, что сложно поступать. Просто это не мое. Мой дед был врачом. Он всегда мечтал, чтобы его дети продолжили его профессию, так скажем. Потому что он свое дело очень любил. Как бы в то время быть врачом, это было очень, знаете, такое, такой статус, так скажем. Вся деревня при любом случае его звала. Бабушка говорит, а я была такая жена врача. В то время бабушка рассказывает, что было очень престижно быть врачом и быть учителем. Это были такие профессии, к которым все подлизывались. Что, ой, она врач. Когда моя бабушка пришла свататься к моей маме, от темы на тему перескакиваю. Но что вспоминаю, то и рассказываю. В общем, пришли они свататься, и моя бабушка сказала, что я сама медсестра, а мой муж, он врач. И мама до сих пор припоминает. Ты же сказала, что ты медсестра. На самом деле нет. Бабушка не медсестра, она просто это сказала, чтобы как бы выдали мою мамочку. Ой, какой коктейль. Вот ничем не отличишь от милкшейка в этом Макдональдсе, один в один. Заметила, что вот эти вот корейские мукбанкеры, они вот все сами готовят.
Даже вот эти десертики, которые я покупаю в Макдональдсе и в KFC, вот эти вишневые. Увидела, как одна из них сама готовит их. Наготовила целую кучу. Сидит, ест. И все это доедает. Иногда смотрю на мукбанкеров. Там у нее перед ней вот столько. Я думаю, вау, интересно, сейчас это все съест. Смотрю, даже одну треть не съела. Зачем столько ставить перед собой? Я, конечно, тоже иногда ставлю, но в большинстве случаев стараюсь ставить столько, сколько я смогу съесть. Ну, плюс-минус, у меня там может что-то остаться. Ну, не знаю, мне неинтересно, когда прям много ставят, очень много. Кстати, это новые бокалы, которые мама купила. Правда, вам не видно всю красоту этого бокала. И причем он очень тяжелый и стоит одна штука 300 рублей на ваши деньги. На рублики. На мой взгляд, за один стакан 300 рублей как-то дороговато. Но они такие качественные, красивые, прям приятно держать в руках. Это на 8 марта я предложила маме купить ей аромат. Мама сказала, что она не хочет. Вообще, у меня мама человек такой, ей сложно угодить, так же, как мне. Я просто подарила ей деньги. Пусть купит то, что она хочет. Померит, посмотрит. Она сходила, купила себе 6 там десертниц, купила себе сапоги, новую шапку, еще одну. В общем, мне кажется, лучше согласовывать с родителями, чтобы они тоже остались в восторге от подарка. Возможно, есть что-то, что она действительно хочет, а я пойду ее куплю то, что она вообще не хочет. Например, парфюмы, косметика, это вообще не стихия моей мамы, мама не любит. Максимум там может надушиться моим каким-то ароматом. Но и то не фанатеет. Просто обалденное сочетание. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился подобный ракурс, то обязательно пишите в комментариях. Мне реально очень интересно. Всех люблю, целую. Пока.